поступило сообщение. Соединяю. Капитан Шепард, меня зовут Насана Дантиус. У меня есть работа для вас. Подробности расскажу при встрече. Это незащищенный. Если вас интересует мое предложение, давайте встретимся на цитадели, чтобы обсудить все лично. Я буду ждать вас в посольском зале. Пусть она будет золотая. Медалька-то. Вы уж не забудьте представить меня к награде за то, что я уберег от огня вашу же жизнь. Если я представлю вас к награде, в конце концов вы окажетесь на сцене и будете 2 часа слушать, как политики толкают речи. Верно подмечено. Небось, эти зануды еще бриться заставят. А я, как последний пижон, 7 недель эту красоту отращивал. Не, пусть отсосут. Ну что, капитан? Может, все-таки скажете, зачем пришли? Мне пора идти. Хорошо. Увидимся. Внутреннее давление уравнивается с атмосферным. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Здравия желаю! Вольно! Контр-адмирал Михайлович, 5-я флотилия. Нам никто не сообщил о том, что вы прибудете. Мы бы подготовили официальный прием. Избавьте меня от любезностей. Я командую 63-й разведфлотилией. После реорганизации вы вместе с Нормандией были отданы под мое начало. А потом корабль вместе с вами попал в лапы, когти, щупальца или что там у них еще? Совета. Я по-прежнему служу Альянсу. В составе «Спектр» я могу защищать наши интересы перед Советом. Шепард, вы еще помните, какого цвета ваша кровь? Мне не жалко, что в политических целях Совету отдали вас. Это шанс.
Мне жалко отдавать эту перегруженную наворотами посудину. Нормандия – превосходный корабль, сэр. И отлично справляется с возложенными на нее задачами. Это безделушка, капитан. Бесполезная в открытом бою. На этот эксперимент были потрачены миллиарды. На эти деньги мы могли бы построить тяжелый крейсер. Так ведь нет. Нам же надо было подружиться с турианцами, выбросить деньги на совместную разработку совершенно бесполезного корабля. Капитан, я прибыл сюда для проведения проверки. Нормандия является военным судном Альянса. И я собираюсь проверить на ней все. От и до. Для нас это честь показать вам корабль, адмирал. Вот и посмотрим. Подождите здесь. Это не займет много времени. Капитан, я недоволен. Не похоже, что вы бываете довольны. Капитан, следите за языком. Иначе вас ждут неприятности. Кто сконструировал такой бейце? Расположение капитанского поста позади экипажа крайне неэффективно. А что, если ему нужно поговорить с теми, кто на носу? Это модифицированная турианская модель. Они предпочитают, чтобы капитан наблюдал за своими подчиненными, а не находился в центре. Нам было интересно, насколько эффективно такое решение. Что ж, замысел разумный. Только его надо было проверять в лабораторных условиях, а не на передовом военном корабле. Ядро вашего двигателя — это нечто, конечно. Установлено нулевого элемента на 120 миллиардов кредитов только для того, чтобы эта штуковина могла двигаться незаметно. Вы понимаете, что мы могли потратить эти деньги на производство двигателей для 12 тысяч истребителей? Какой смысл в невидимости на несколько часов? Да никакого. Мы можем незаметно проникнуть в систему противника и следить за его передвижениями, либо высадить разведгруппы на вражеские планеты. По эффективности Нормандия может превосходить Соларианскую ГОР. Может быть, вы и правы, но боевой корабль не должен этим заниматься. Мы должны находить и уничтожать силы противника, а не следить за тем, как гарнизонные войска ходят в туалет. Нам нужно поговорить о вашей команде, капитан. Кроганы? Азари? Турианцы? О чем вы думали, капитан? Вы не можете предоставлять доступ к оборудованию Альянса представителям других рас. У нас достаточно противников, помимо Сарана и Гетов. Если мы будем с подозрением относиться к другим расам, мы никогда не добьемся хорошего отношения к себе. Предполагается, что хорошее отношение того стоит. Это голословное утверждение. Что-нибудь еще можете сказать, капитан? Какие еще оправдания состояния этого корабля можете привести? Нормандия – хороший корабль, сэр. Даже если вы не согласны с этим, вам придется согласиться, что совместное строительство и команда, состоящая из представителей разных рас, благоприятно сказываются на репутации Альянса. Капитан, ваша работа – поддерживать репутацию. Работа флота Альянса – выигрывать войны. Я считаю Нормандию пустой тратой денег налогоплательщиков. Но вижу, что вы считаете по-другому. И будете настаивать на своем до победного. Я составлю отчет для Объединенного военного совета. Он будет не таким негативным, как я предполагал. Удачи, капитан Шепард. Не подведите нас. В Академии всегда ошиваются гражданские, которые хотят обсудить какую-нибудь проблему с офицером. Нормандия совмещает в себе лучшие технологии людей и турианцев. Она символ того, чего мы сможем добиться, работая вместе. Какой красивый вид, капитан! Альянс сообщает, что вторжение гетов в скопление туманности Армстронга было отражено. Геты понесли большие потери. На случай нового появления гетов, Альянс планирует усилить военное присутствие в этом районе.
Капитан Шепард? Приветствую, капитан. Покажите, что у вас есть. Я открою вам доступ к редким товарам, капитан. Наслаждайтесь. Алиса бинт Синан Аль-Джелани, Вестерландские новости. Вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Что вы хотите знать? Вы получили уникальную возможность представлять нашу расу перед лицом Совета. Всем интересно, справитесь ли вы с этим? Люди пытаются заслужить уважение Совета уже 26 лет. Учитывая этот факт, что вы ощущаете, как первый человек, принятый в состав «Спектр»? В состав «Спектр» входят лучшие представители рас. Быть среди них – большая честь. Некоторые называют ваше назначение «костью, которую бросили людям». Доводилось ли вам попадать в ситуации, когда «Цитадель» просила вас поставить ее интересы выше интересов Земли? Совет занимается делами всего галактического сообщества. Мы стали его частью. Наши интересы входят в список их задач, но мы лишь часть целого. Вы действительно в это верите? Вы приняли командование боевым кораблем, оборудованным по последнему слову техники. Вы можете рассказать о нем? Вообще-то Нормандия является совместной разработкой земных и турианских инженеров. При постройке корабля использовались новые технологии, но информация о них засекречена. Получается, турианцы располагают сведениями о Нормандии, которые держатся в секрете от общественности Альянса. Вы считаете справедливо отдавать лучший из земных кораблей на службу Цитадели? Не припоминаю, чтобы его кому-то отдали. Корабль находится под моим командованием, а я человек. Можете проверить. Человек, все верно, капитан. Но теперь вы работаете на Цитадель. И последний вопрос, капитан. Ходят слухи, что вы преследуете спектра-предателя по имени Сарен. Вы можете что-то сказать по этому поводу? Сарен организовал нападение на Иден Прайм. Когда Совету были представлены доказательства его вины, меня отправили на его поиски. Удивительные новости, капитан. Официальные источники сообщают, что на Иден Прайм напали синтетики. Успехов вам в выполнении вашего задания. Спасибо, что уделили мне время, капитан Шепард. Как вы считаете, служба в войсках людей была достаточной подготовкой для вас, сержант? Попытки убить мятежного спектра и его армию синтетиков? Нет, такого мы не проходили. Thank you.
Да, капитан. Я могу чем-нибудь вам помочь? Давайте посмотрим на ваши товары. Конечно. Да, человек. Тебе что-то нужно? О, думаю, тебе понравится. Да, человек. Тебе что-то... О, думаю, тебе... Капитан Шепард, это я, Конрад Вернер. Помните меня? В экстранете ходят слухи, что вы первый человек, кого спектром сделали. Прямо не верится. Быть спектром – большая ответственность. Я хочу, чтобы человечество мной гордилось. Во всех новостях только и твердят, что капитан Шепард сражается за наши жизни. Вы, короче, так круты, что у вас теперь целая армия преданных фанатов. Это, а можно вас сфотографировать? Ну, мне, конечно, не жалко, но зачем? Шутите? Кто ж мне поверит, что я болтал с красавицей Шепард, если у меня не будет фотки? Ага, поднимите пистолет повыше. Классно! Спасибо, капитан! Повешу фотку в гостиной. Жена будет в восторге! С возвращением, житель Земли. Вам нужны припасы. Покажите, чтобы... что у вас есть. С удовольствием. Уверен, вам обязательно что-нибудь. Это не чек. Это банковское поручение. Здесь указано, что я купил у тебя товар и есть дата покупки. Ну, спасибо за покупку. Но это все равно не доказывает, что ты купил это в моем магазине. Но я больше никуда не заходил. Откуда мне знать? Без чека я не смогу помочь тебе. Но... Извини.
срочные новости. Председатель Бёрнс, глава парламентского подкомитета по изучению сверхлюдей, был похищен экстремистами-биотиками. Биотики угнали грузовой корабль и в последний раз были замечены в скоплении гаммы Аида. Никаких требований от них не поступало. Ты же ведь Шепард, так? Эй, ну удели мне минутку, я тебя не задержу. Здорово! Давненько это было, а? Простите, мы знакомы? Да ты не помнишь меня совсем. Лейтенант Забалета, нет? Мы с твоей мамой вместе работали. Мы служили на несущем крейсере «Эйнштейн». Это было 12 или 13 лет назад. Сколько тебе лет-то уж было, не помню. Похоже, вы уже не служите, а? Ага, в отставке. Знаешь, каково это? Ветеранам сейчас тяжело. Всегда было тяжело. Мы с ней редко виделись. Корабль был почти все время в патруле. Да позвони маме и спроси у нее. Она вспомнит старика Забалету. Она может за меня поручиться. Слушай, сделай одолжение. Тут такая штука, я немного поиздержался. Ненавижу просить денег, но есть-то нужно, да? Ты, может, того, дашь мне немного, кредитов 20. Двадцатки не хватит, чтобы вы смогли снова стоять на ногах, так ведь? Не. Мне просто надо подкрепиться. Ну, понимаешь? Да, без проблем. Да ты хороший человек, коллега. Спасибо. Если поболтать захотите, я буду здесь. Не можете наскрести на билет домой, а? Спасибо. Кредиты очень кстати, коллега. Ну и как тебе дежурство в академии? Ничего, работы многовато. Ужас, сколько народу вы направляете из жилых секторов. Да уж. Но это самый оживленный участок на Цитадели. Там не соскучишься. Согласна, но вам бы надо побольше сотрудников нанять. Поэтому ты и здесь. Понятно, но жалоб все равно больше, чем могут обработать офицеры. Рядом с жилыми секторами всегда так, привыкнешь. Черти что! Батарианцы сюда не прилетают. Это хорошо. Хорошо. Приходилось сидеть и наблюдать за людьми. Можно много чего узнать. Спасибо. В жилых секторах можно купить все, что угодно. Неважно, разрешено это к продаже. Как смотришь на то, чтобы сходить в логово Коры, когда смена закончится? Неплохая идея. Кое-кто из наших придет проводить на виллу. Черт, я забыл, что это сегодня. Куда он собирается? На Наверию. Похоже, там требуется куча народу в службу безопасности. Наверия? Это та замерзшая планета? Да, я бы не полетела, но платят там, похоже, неплохо. Еще бы. В этой секции жилых секторов очень низкий уровень преступности. Наверное, это из-за близости от... Чёрти! В Президиуме вечно столько народу! Приходил! Если удача повернулась к тебе лицом... В жилых секторах можно купить все, что угодно. Неважно, разрешено это к продаже или нет. Черти что! Батарианцы сюда не прилетают.
Это хорошо. Хорошо. Отдавая дань памяти событиям на Иден Прайм, мы включили в эфир рассказ о Нирале Бхатия. Преданная жена и талантливый повар, Бхатия вступила в вооруженные силы Альянса в рамках специальной образовательной программы. После окончания службы Бхатия планировала открыть свой ресторан. Вместо этого она отдала свою жизнь, защищая колонистов на Иден Прайм. Чтобы узнать больше о солдатах, воевавших на Иден Прайм, и о возможностях военной службы, зайдите на страницу Вооруженных сил Альянса в экстранете. Ключевое слово – отвага. Хранители никогда особо не обращали внимания на монумент ретранслятора. Мне это всегда казалось несколько странным. Говорю тебе, Джейк не хотел бы этого. Кто ты такой, чтобы говорить мне, чего хотел мой муж? Я единственный, у кого еще остался здравый смысл. Ты подвергаешь опасности своего ребенка. Этот ребенок — единственное, что осталось у меня от Джейка. Меня не волнует, что ты думаешь, Майкл. Это мое решение. Я знаю, что тебе больно, Ребекка. Но я не дам тебе навредить ребенку. Это слишком опасно. Могу я чем-нибудь помочь? Может быть, вам удастся ее образумить. Мне не нужно, чтобы кто-то меня образумил, Майкл. Я не собираюсь проходить курс лечения. Это моя невестка. Она беременна и отказывается проходить курс внутриутробной генной терапии. У нее должны быть на это веские причины. Мне хотелось бы выслушать обе стороны. Мой муж Джейкоб умер от редкой болезни сердца несколько месяцев назад. Существует вероятность, что ребенок будет страдать таким же заболеванием. А генная терапия может свести эту вероятность к нулю. Вероятность очень невелика, Майкл. А в экстранете пишут, что терапия может нанести вред ребенку. Эта терапия менее опасна, чем те генные процедуры, которым подвергают каждого солдата Альянса. Какова вероятность возникновения этого сердечного заболевания у вашего ребенка? Врачи говорят, что вероятность 1 к 50. И если оно все же проявится, существуют способы его лечения. И ни один из них не сравнится по эффективности с обычной генной терапией. Какова вероятность того, что ребенок пострадает в результате терапии? 1 к 300 в худшем случае. Но в экстранете пишут, что в более позднем возрасте могут проявиться осложнения, о которых мы пока еще не знаем. Ты что, не понимаешь? Если мой ребенок окажется этим одним из 300, я всю жизнь буду думать, что убила его! Это ребенок Ребекки, Майкл. Думаю, вам нужно проявить уважение к ее решению. Черт побери, да какое решение! Она поступает так, потому что до сих пор скорбит по мужу! Я понимаю, вы хотите лучшего для ребенка вашего брата, но не вам принимать это решение. Кому, как не мне? Я самый близкий ему человек после отца. Тогда помогите матери ребенка. Поддержите ее. Ей нужно принять сложное решение. Этот ребенок единственный... Это все, что осталось от моего брата. Я должен быть уверен, что с ним ничего не случится.
У меня от него тоже больше ничего не осталось, Майкл. Я просто хочу, чтобы у ребенка Джейкоба было все хорошо. Я так много хочу дать ему. Мы сделаем это вместе. Обещаю. Спасибо за ваши слова. Я ценю их. Здесь есть прекрасный парк, где могут отдыхать послы. Правда, у большинства из них на это нет времени. Первый мой пост в СБЦ был здесь, в президиуме. Конечно, скорее для вида. Здесь мало преступлений. Капитан, торговец рад снова видеть вас. Покажите мне ваши товары. Торговец рад. Капитан, торговец. Капитан, торговец. Торговец. Здесь никогда не темнеет. Искусственный солнечный свет 24 часа в сутки. Здесь есть прекрасный парк, где могут отдыхать послы. Правда, у большинства из них на это нет времени. Первый мой пост в СБЦ был здесь. В то время, когда поставили эту статую, вся галактика уважала Кроганов. Теперь их ненавидят и боятся. Капитан Шепард, меня зовут Насана Дантиус. Вижу, вы получили мое сообщение. Похоже, вам нужна помощь. Да. Моя сестра Далия работала на грузовом судне, которое курсировало за границами Траверса. На ее корабль напали каперы. Судя по всему, выживших не было. Я скорблю о вашей утрате. Все не так просто. На прошлой неделе я получила сообщение. Это был голос Далии. Она жива. Всех остальных убили, а ее взяли в заложники. Работорговцы потребовали огромный выкуп в обмен на ее свободу. Почему же налетчики не убили Далию вместе со всеми остальными? Возможно, сестра сказала им, кто она. Наша семья богата, Шепард. Думаю, они поняли, что полезнее будет оставить ее в живых. Если вы хотите спасти Далию, лучше заплатить выкуп. Я тоже так подумала. Я перевела деньги на счет, номер которого мне дали. Но они ее так и не отпустили. Они даже не связались со мной. Я совершила ужасную ошибку, Шепард. Я дипломатический эмиссар. По закону мне нужно было немедленно сообщить о попытке вымогательства в СБЦ. Но я испугалась за Далию, поэтому просто заплатила выкуп.
Но ее по-прежнему нет. А если кто-нибудь узнает, что я сделала, меня посадят в тюрьму. Почему они вас посадят? Ведь в этой ситуации вы жертва. Представители правительства на цитадели не имеют права вести переговоры с террористами. Это слишком опасно. Если заплатить им, это спровоцирует дальнейшие похищения. Теоретически, я поддерживаю этот закон. Но когда похитили Далию, я могла думать только о ее безопасности. Сомневаюсь, что меня и правда посадили бы в тюрьму. Но с поста меня бы наверняка сняли. А Далия все равно осталась бы в плену у рабовладельцев. Вы хотите, чтобы я нашла ее и вернула? Вам нужно только освободить ее и привести сюда. Я уже выяснила, где она. Я проследила через несколько счетов, куда пошли деньги. В итоге я вышла на небольшую банду наемников, которые действуют из скопления Тау Артемиды. Я хочу, чтобы вы отправились на базу этих наемников, убили их и вернули мою сестру. Разумеется, вас ждет награда. Можете мне что-нибудь рассказать о наемниках, которые похитили вашу сестру? В общем, как обычно. Безжалостные, опасные и хорошо вооруженные. Но для Спектра это обычное дело. Как вы установили, кто получил выкуп? У меня есть связи. А связи и деньги могут сделать очень многое. Особенно, если можно нарушить правила. Я нарушила закон, когда заплатила выкуп. Так что хуже уже не будет. Вам больше некого нанять? Я не хочу рисковать жизнью своей сестры. Мне нужен Спектр. Кроме того, вы действуете вне официальных структур. Мое начальство не должно узнать, что я заплатила выкуп. Мне не нужна награда. Я верну вам сестру, обещаю. Спасибо, Шепард. Я знала, что не ошиблась в вас. Возвращайтесь сюда, когда все сделаете. Да, Шепард. Вы нашли мою сестру? Мне пора идти. Возвращайтесь сюда, когда закончите. Я слышал о том, что произошло в скоплении Тау Артемиды. Совету не понравилось разрушение протеанских руин. Мы не в игрушки играем, посол. Капитан Шепард пытается помешать Сарану уничтожить галактику. Я знаю, знаю. Просто постарайтесь впредь быть поаккуратнее. Совет следит за вами, и от ваших поступков зависит отношение ко всем нам. Да, капитан. Мне нужно идти. Я буду здесь, если вам что-нибудь понадобится. Новости шоу-бизнеса. Фрэнсис Кит рассказал о своих планах поставить Гамлета с труппой Элкоров.
Эта постановка откроет для Элкоров мир драматического театра, где принц Гамлет будет использовать язык тела и феромоны. По словам Кита, ему также интересно дать зрителям возможность судить Гамлета по его поступкам, а не эмоциям. Саран был одним из самых уважаемых турианцев в галактике. Как вы будете сражаться против него? Саран либо предатель, либо безумец. Если мы его убьем, это поможет турианцам вернуть свое доброе имя. Говорите это почаще, особенно людям. У нас сейчас много недовольных. Статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал. Поступило сообщение. Соединяю. Капитан, только что в эфире был сюжет мисс Аль-Джелани о вас. Ей не следовало устраивать на вас засаду, но вы обошлись с ней очень хорошо. Честно говоря, я думаю, что у нее в башке пусто. Но вам хватило ума не сказать об этом вслух. У вас дар общаться с журналистами. Однако есть еще кое-что. Цитадель пытается преуменьшить проблему Сарана. Не хочет подрывать репутацию Спектра. То, что вы упомянули о нем, было неудобно совету. Я этого не знала. Больше я не стану о нем говорить, сэр. Было бы неплохо, капитан. Не буду вас задерживать. Пятая флотилия, конец связи.
внутреннее давление. Уравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Скорее мы покинем эту мёрзлую планету, тем лучше. Я буду благодарна, если вы сделаете свое дело и улетите. Мне здесь не нравится. Слишком много темных тайн. Чем скорее мы покинем эту мёрзлую планету, тем лучше. Торговец предпочитает прекратить общение. Я здесь в качестве покупателя. Хорошо. Торговец предпочитает... Я здесь в качестве... Хорошо. Торговец. Я здесь в качестве. Хорошо. Погода снаружи просто ужасная. Хвала богине, что здесь тепло. Пусть вас не обманывают эти милые декорации. Это место тайн и лжи. Погода снаружи просто ужасная. Хвала богине, что здесь тепло.
инфекции. Изменение статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал. Внутреннее давление. Сравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Чем могу быть полезен? Мне сказали, что... Конечно!
идет процедура дезинфекции. Изменение статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал. Интересуетесь новинкой? Как скажете, капитан. Интересуетесь новинками? Компьютер, прямой канал с дредноутом Килиманджаро. Я хочу поговорить со своей матерью, старшим помощником Шепард. Шепард, слушай, ой, привет. Мне вообще-то некогда принимать личные звонки. Я на дежурстве. Неважно, я тоже занята. Ты помнишь лейтенанта Забалету с Эйнштейна? Эрнеста? От него есть какие-то новости? Он один из космопехов, охранявших БИЦ. У нас были общие вахты. Я потеряла с ним связь после одного инцидента. Я видела его здесь, на цитадели. Похоже, он пережил нелегкие времена. Да, ему пришлось нелегко. Помнишь налет батарианцев на Мендуар в 2170-м? Тебе тогда было 16. Отряд Эйнштейна прибыл по сигналу бедствия. Когда космопехи высадились, батарианцы еще не успели отойти. Забалета был в первых рядах. Он... с тех пор он так и не стал прежним. Я не понимаю. Что там случилось? Всякая мерзость. Какую только может сотворить одно разумное существо с другим. Для работорговца все остальные — животные. А людей они особенно не любят. Мы слышали, что их держали в загонах. Отбраковывали лишних. Тех, кого нельзя было использовать, пристреливали. Остальным... вживляли в череп устройство для контроля. Без анестезии. У него посттравматический стресс от того, что он там видел? Он пытался продолжать работать, но не мог. Все чаще и чаще появлялся на дежурстве пьяным. Мы не всегда могли его прикрыть. Альянс его уволил в запас. Все знали, что он пьет из-за того, что там видел. Пусть даже он сам об этом и не говорил. И даже особенно потому, что он не говорил. Если это так на него повлияло, значит, он был очень чувствительным. Да уж, вечно то смеялся, то плакал. Если увидишь его, скажи, что мы его помним. Передай, чтобы пошел в отдел по делам ветеранов. Все, мне пора. А ты там... береги себя. Мы тобой гордимся. Килиманджаро, конец связи. Нормандия. Маневренность корабля необходима для победы в космических сражениях.